Привет! Ты снова на канале IT User Help, и сегодня в этом видео хочу рассказать тебе об одном интересном сайте, с помощью которого ты сможешь найти двойника любого человека на Земле. Задумывался ли ты когда-нибудь, существует ли у тебя, либо у твоего знакомого или друга двойник? С распространением интернета стало возможным найти похожих людей, а иногда и даже полностью двойников людей. И сейчас я хочу рассказать тебе об одном сайте, с помощью которого ты сможешь это сделать. Ну а прежде чем мы приступим, я хочу попросить тебя подписаться на канал, оставить лайк и оставить комментарий под этим видео. Ну а теперь, не теряя времени, давай приступим. Итак, все, что тебе нужно, это открыть браузер либо на компьютере, либо в своем мобильном телефоне, и в поисковой строке, либо в поиске, куда вводится сайт, тебе нужно ввести, как у меня, символ pymes.com. И нажимаешь поиск. Ты перейдешь на такой сайт, который называется pymes.com. И здесь тебе будет предложено загрузить фото того человека, которого, двойника которого ты хочешь найти. Нажимаешь на в этом месте «Upload фото». Далее предлагается несколько вариантов. Этот вариант говорит нам о том, что мы можем загрузить фото с компьютера. Этот вариант предлагает сделать фото камерой твоего смартфона, либо планшета, либо на компьютере веб-камерой. Этот вариант предлагает вставить ссылку фотографий. Мы попробуем загрузить фото с компьютера. Выберем фото случайного человека с контакта. Сейчас я покажу, как выглядит оригинальное фото. Вот так выглядит оригинальное фото человека, произвольного из интернета. И вот мы находим фотографии, которые система считает, что это двойник этого человека, либо оно также может находить и не двойника, а оригинала, но на разных ресурсах и соцсетях. Поэкспериментируй со своими друзьями, со своим фото, и возможно найдешь человека, который очень похож на тебя. На этом у меня все. Если видео было полезным, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока!